Друзья, как и было обещано, после обсуждений каждой главы мы будем переходить к разбору соответствующего ей трека. Но для начала я сделаю небольшое отступление и расскажу о некоторых особенностях американского хип-хопа. Для того, чтобы выделяться на фоне множества конкурентов артистам, в том числе рэперам, нужны отличительные черты. Свой стиль, сюда входит внешний вид, манеры поведения, имидж, различные уникальные фишки, повышающие его узнаваемость. Те же самые эдлибы, то есть фразы или звуки, которые артист выкрикивает во время записи, например, «бэнг» Чиф Кифа или «смех Виза Калифы». В описании я оставлю сайт с эдлибами наиболее популярных рэперов. Помимо стиля, конечно, важна читка, флоу, техничность, но все-таки главнейшая составляющая хип-хоп трека – текстовая. И как раз-таки lyrics, то есть тексты, невероятно эволюционировали из «что вижу, о том и пишу», на этом уровне пока находится русский рэп, в настоящие интеллектуальные головоломки и сложнейшие лабиринты, в которых нужно побродить, чтобы отыскать все смыслы. Будь это диссовые куплеты или рэп о социальной проблематике, кидание понтов о деньгах и женщинах, возвышение себя над остальными. Во всех этих жанрах можно найти MC, которые превосходно владеют языком и прячут смыслы в своих невероятных метафорах. И основным инструментом этого служит punchline, то есть ударная строка. Изначально punchline – это фраза, которая добивает шутку в выступлениях стендап-комиков, то есть та, которая и вызывает смех. Но это слово перешло в сферу хип-хопа и стало обозначать строчку, которая, так сказать, производит эффект «вау», то есть буквально ударяет по сознанию. Обычно главное свойство панчлайна – наличие нескольких смыслов, в Америке называемое «double entendre» или «triple entendre», то есть два или три значения. Обычно это создается за счет метафор, переносящих определенные признаки в другую плоскость сравнения. Я покажу вам, как это происходит. К примеру, строчка «Все в моих руках, как лучевые кости». Фраза «Все в моих руках» означает, что жизнь или исход какого-либо события зависит от действий самого человека. Но сравнение идет по признаку реального нахождения в руке лучевой кости. Не менее важна игра слов, например, схожесть их звучаний или одинаковое написание при различных толкованиях. К примеру, строчка «Я поскользнулся в этих отношениях полов, пол лакирован» использует игру слов на основе нескольких значений слова «пол», а строчка «Я развиваюсь с трудом, будто заштопанный флаг» на основе одинакового звучания, но не написания слов «разви» и «развиваться». Третий частный признак панчлайна – так называемый «неймдроппинг». Поскольку американское общество существует в богатейшей информационной среде, то ежедневная его жизнь насыщена огромным количеством, так сказать, названий, имен собственных. Так вот, неймдроппинг, если переводить грубо, значит вбросить имя, выкинуть название. Название чего угодно. Брендов, домов моды, автомобилей, алкоголя, телепередач, городов, ресторанов, клубов, праздников, имен, политиков, исторических личностей, писателей, звезд, спортсменов, других рэперов. Они не обязательно должны быть широко известны, как Макдональдс или Мерседес, чтобы все сразу поняли, о чем идет речь. Нет. Слушатель должен сам отыскать смысл. В задачу рэпера не входит как можно проще и доступнее донести до него информацию. К примеру, строчка «Я сотку делаю быстрее вас всех» Усейн Болт. Усейн Болт – это легендарный спринтер в беге на 100-метровку, обладатель мирового рекорда на этой дистанции. Но речь идет о другой сотке, о купюре наибольшего достоинства в США, о самой популярной купюре мира, символизирующей богатство – $100. То есть речь о высокой скорости зарабатывания денег. Здесь мы видим сочетание двух признаков – переноса сравнения и неймдроппинга. И последней составляющей панчлайна может быть референция, то есть отсылка к чьим-то строчкам, фразам, событиям или тем же панчлайнам. Возможно, также небольшая переделка строки с внесением собственного смысла. Такие примеры мы увидим у Гамбина. К сожалению, в России мало рэперов, использующих панчлайны. Но в США среди них огромная конкуренция, и чтобы как-то выделяться, нужно мыслить совершенно на другом уровне, что и делает Гамбина. Он гениальный панчлайнер. И я постараюсь доказать вам это. Итак, трек «Crawl». Мы будем действовать по следующему принципу. На экране будет появляться строка трека, а я буду вам ее растолковывать. Начинается песня с припева, в котором девушка говорит о том, что между ними когда-то что-то было. «Betcha» — это разговорная форма фразы «bet you», то есть «ставлю на то, что» или «спорю, что» ты все равно приползешь ко мне, но в итоге останешься один. Тема одиночества боя «Being all alone» – одна из главнейших в сценарии. Из главы мы узнали, что он оставлен отцом to crawl – выползать,
самостоятельно и с трудом выкарабкиваться из этой жизни. Дети ведь первое время тоже только ползают. Вот и Бой, будучи все еще childish, все никак не может встать на ноги. Но название, конечно, связано и с интернетом. Поисковый робот. Программа, являющаяся составной частью поисковых систем и предназначенная для перебора страниц в интернете, в английском языке называется Web Crawler. Вспомним название тура Гамбина. Deep Web Tour. Кто я? Отличное начало альбома, и скажу заранее, что, возможно, в последнем треке мы получим ответ на этот вопрос. Но сейчас кто же он все-таки? Дональд Гловер? Childish Gambino? Бой? Rec League. Это сокращение от Recreational League. Это реально существующие в США лиги непрофессиональных спортсменов. То есть обычных людей, которые хотят заниматься спортом как хобби, играть, выступать на соревнованиях, но без контрактов и зарплат. Они записываются в любительские команды и в свободное время участвуют в таких же чемпионатах от Rec League. Так вот, Гамбино говорит о том, что среди всех этих рэперов он любитель. Он не посвящал этому жизнь. Он сценарист и актер. У него нет обязанности играть в рэп-игру лучше всех и полностью отдаваться этому. То есть он не особо уделяет внимание мячу, в отличие от профессиональных футболистов. Но при этом он говорит, что несмотря на это, он лучше всех их. Все вы B-string, то есть второго сорта, второразрядные. Но string переводится еще как и струна. Музыканты знают, что нотный строй шестиструнной гитары выглядит вот так вот. Чаще всего рвется струна E. Поэтому у сломанной гитары строй начинается с B-string. Но Гамбино как артист растет и опережает их, увеличивая разрыв. То есть как бы опускает эту струну или их уровень еще ниже относительно своего. Глагол put down также значит усыплять домашнее животное, в данном случае собаку. Вот идеальный пример игры значениями. На сленге афроамериканцы в США называют друг друга также dog. Так вот, Гамбино говорит о том, что он murder some, то есть вынес или уничтожил многих, конечно, lyrically, то есть своим рэпом. А преднамеренное убийство в США квалифицируется как убийство первой степени, то есть first degree murder, что в народе называется murder one. В этой строке целых три смысла. Во-первых, может кто-то помнит, в 90-х на канале Nickelodeon шел сериал под названием «Клариса» или «Клариса знает все». В оригинале Clarissa Explains It All, а ее младшего брата в сериале звали Ferguson. Второе – это референция, отсылка к строчке рэпера A$AP Ferg в миру Дональда Фергюсона из трека Murder Something. И третье – это отсылка к нашумевшему в США делу Райана Фергюсона, который ошибочно был приговорен к 40 годам тюрьмы за убийство девушки, которого он не совершал. Он отсидел 10 лет, пока дело не пересмотрели и его не освободили. Как и Райану Фергюсону, Гамбино придется объясниться за свои убийства. Снова трипл энтандре. «Мы не собираемся петь эти одинаковые надоевшие песни о любви», — говорит Гамбино. Он сравнивает это с устаревшим и никого не удивляющим трюком, когда фокусник, а они обычно выступают в перчатках, разрезает девушку напополам. Помимо основного значения глагола cut – резать, на сленге cut a girl значит заняться с ней сексом. А glove – перчатка, на сленге обозначает презерватив. Собственно, кто занимается сексом в одном и том же презервативе? Их меняют. Как нужно и менять репертуар песен о любви. А теперь главный смысл. Это отсылка к самому резонансному делу в истории США, к делу О.Джей Симпсона, знаменитого чернокожего футболиста, подозревавшегося в убийстве своей белой жены и ее белого приятеля-любовника. Их обоих закололи ножом, а девушке отрезали голову. Дело имело грандиозный расовый аспект, ведь чернокожий убил двух белых, а среди оправдавших его 12 присяжных, белых было тоже только двое. Так вот, во множестве улик в деле Симпсона были окровавленные перчатки убийцы. Ссылку на это дело я оставлю в описании. Кстати, в 2007 году Симпсон опубликовал книгу под названием «Если я совершил это», которая, по мнению многих, является его признанием в совершении двойного убийства в 1994 году. Ну и что вы скажете на это, интернет? Начнете обсуждать, как я занимаюсь сексом? Или он предлагает нам обсудить следующую строчку? Old money – это так называемые старые деньги, то есть унаследованные капиталы великих предков, предпринимателей и промышленников, заработанные целыми поколениями. Гамбино успешен и богат,
но он все равно не войдет в закрытое общество людей Sold Money, никогда не получит их статуса. Это американский вертолет, в народе называемый Huey. Несмотря на то, что Гамбино не станет членом Old Money аристократии, он увеличивает свой капитал, пуская деньги в оборот, make him turn around, как вращается винт вертолета. Второй смысл таков. Huey – это так называемый разворот на 180 градусов, U-turn, по форме буквы U. Так вот, Гамбино говорит о том, что он как бы заставляет людей оборачиваться и обращать внимание на него, на его отличную музыку. Это идеальный пример панчлайна. Он включает в себя name-dropping, различные значения глагола turn around и игру слов на основе схожести звучаний Huey и Huey. В свою очередь, он оборачивается и смотрит назад, только если хочет взглянуть на чью-то задницу. В прошлом эпизоде я рассказал об отсылке Кар Келли в главе Кроул в сценарии. А сейчас он делает отсылку в треке. Он напевает эту фразу, как это сделал Ар Келли в своей песне «Feeling on your booty». Он просто по-доброму подкалывает коллегу по цеху. Но зачем? Все потому, что альбом «Because the Internet» и альбом Ар Келли «Black Panties» вышли в один день. И хотя они представляют разные жанры, они все-таки были конкурентами. Что есть разумное? Это очередной фундаментальный философский вопрос наряду с «Кто я такой?». Возможно, к концу сценария и истории боя герой ответит на оба. Я уже рассказывал, какому давлению со стороны рэп-комьюнити подвергается Childish Gambino и почему его называют Oreo. Эти н***ры хотят smoke, что значит на сленге «прикончить», «выкинуть из игры тех, кто не ведет себя как они», кто типа не гангстер и не хаслер, кто не придуривается, не кидает глупые понты, кто черный – black, но при этом тихий и спокойный – mild. А это идеальное описание Гамбино. Поэтому он решил acting out, он решил действовать и надрать им задницу в их же ринге и по их же правилам, донеся правильный месседж до людей о том, что нужно оставаться самим собой и не позволять другим решать за тебя, кем тебе стать, не опасаться давления, презрения со стороны конформистского общества. Возвращаясь к предыдущей мысли, можно порассуждать о том, правен ли, разумен ли такой выбор Гамбино. Время покажет. Но крутость этой строки в том, что Black and Mild – это бренд сигар, который, естественно, курят. Smoke. Друзья, я разобрал лишь первый куплет трека Crawl. Надеюсь, вы оцените вместе со мной уровень интеллекта и полета мысли Childish Gambino. Если вы хотите и дальше, помимо разбора сценария, услышать толкование его текстов, напишите об этом в комментариях.